Напередодні Дня міста про сьогодення та майбутнє Красноармійська ми поговоримо із виконуючою обов'язки міського голови Галиною Гаврильченко, яку запросили до студії «Часу новин». Я вітаю вас, Галина Олександрівна. Здравствуйте. Красноармійськ за підсумками першого півріччя поточного року посів у рейтингу міст Донецької області друге місце. Скажіть, з чим це пов'язано і які критерії враховувалися? 2013 год мы начали успешно. По итогам первого квартала мы заняли второе место в рейтинге городов области и подтвердили его по итогам первого полугодия. Основными критериями, безусловно, являются показатели работы экономически активных предприятий и, прежде всего, угольных предприятий. Шахтоуправление «Покровское» и государственное предприятие «Угольная компания Краснолиманская». Несомненно, плюсом к этому явилось новое строительство, которое ведет шахтоуправление «Покровское», и те процессы, которые происходят сегодня в жилищно-коммунальном комплексе. Все это и стало результатом второго места. Відверто кажучи, дуже приємно, що ми опинилися у трійці лідерів. І те, що у Красноармійську є зміни на краще, відзначають і його мешканці. Ми опитали людей, за що вони люблять Красноармійськ. І почули ось такі відповіді. Давайте послухаємо. Є дуже красиві міста, є де з дітьми зараз відпочити, площадки построєні, тобто можна спокійно походити, погуляти, дітям порозвлікатися. Красивий, великий, багато строєнь інтересних. Ну, коли прохожу, мені подобається парк ось цей. Очень красиво сделан. Это вообще хороший город. Я вижу город, потому что тут неплохой весело. Галина Олександрівна, хотілося б почути, які зміни ще очікують на красноармійчан найближчим часом. Можливо, міська влада планує втілити у життя якісь нові проекти. І найбільше цікавлять, найбільш віддалені від центру райони. Ну, такі, наприклад, як селище Динасового заводу. Що б могли сказати з цього приводу? Ну, несомненно, жителі хвилюють, прежде всего, вопроси в жилищно-коммунальном хозяйстві і в благоустройстві, поскольку це основні направления, которыми сьогодні і займається исполком городского совета і непосредственно городской совет. На сессии очередной, которая состоится 4 сентября, мы планируем утвердить программу благоустройства города. В нее войдет целый комплекс мероприятий. Они будут касаться развития территории, начиная с территории дошкольных учреждений, средних общеобразовательных учебных заведений, лечебных учреждений, спортивных комплексов и, конечно, наших улиц и площадей. Со всеми этими направлениями будут иметь возможность познакомиться наши жители. Конечно, это прежде всего удаление сухостоев, омоложение деревьев, это обустройство тротуаров, продолжение работ по ремонту асфальтового покрытия наших дорог. Это, конечно, продолжение обустройства детских и спортивных площадок. Вот на этих направлениях и будет сосредоточено внимание городского совета и его исполкома на предстоящие два года. Також ми поцікавилися думкою городян, що б вони ще хотіли, щоб з'явилося у Красноармійську. Давайте послухаємо. Мені хотілося б, щоб був чистий водойм, де можна було б купатися. Хотілося, щоб у нас був спортивний комплекс такий, який діти б могли займатися на тренажерах. Мало того, от багато дітей зараз дуже увлікаються велосипедами, щоб це була така спортивна дорожка для дітей, щоб були душі, вони могли помитися. Багато дітей дуже зараз стало на роликах. Для роликів теж немає приспособлених у нас таких от дорожок, трас, басейн. Звісно, дуже місту потрібен басейн. От, відремонтували б наш парк. Добавили більше атракціонів. Ну, так, більше розвлекальних центрів, ніж магазинів. Як ви гадаєте, найближчим часом можна втілити у життя хоч якісь із цих пропозицій? Ну, для того, щоб реалізувати бажання наших жителів, необхідно бажання самої влади. Таке бажання у нас, несомненно, присутствує. Але, безусловно, большие спортивные комплексы мы не готовы построить, город не готов делать большие капиталовложения. А что касается спортивных комплексов малых форм, это скейт городков, это касается велосипедных дорожек, несомненно, власть к этому готова, и мы провели опрос и получили поддержку жителей. Я скажу, мы к этой мысли пришли после посещения нами Грузии. Мы были просто в огромном восторге, когда увидели, как много делается в развитии территории в этом направлении. Поэтому, возвратившись оттуда, мы пришли к мнению, что этими вопросами нам необходимо активно заниматься. Я думаю, что в ближайший год ряд вопросов будет реализован, и мы порадуем наших жителей.
Тобто Грузія надихнула вас на такі несомненно. Галина Олександрівна, цього року три свята – День Незалежності, День міста та День шахтаря – ми будемо відзначати у неділю 25 серпня. Що б ви порадили красноармійчанам не пропустити цього дня? Ну, вы знаете, я бы хотела, чтобы наши жители начали отдыхать с раннего утра, потому что вся площадь – это наши дети. Здесь авиамодельные, судомодельные испытания будут проводить наши кружковцы. Здесь будут картингисты, здесь будут выставки декоративно-прикладного искусства. Первая половина дня будет предоставлена детям. А что касается второй половины дня, то, я думаю, здесь каждый найдет дело по душе. Кого-то порадуют национальные кухни, которые будут представлены, кого-то порадуют награды, которые будут вручены победителям за лучший дом, лучший двор, лучшую клумбу. А кому-то доставит удовольствие победители, певцы юные, X-фактора, «Украина мает талант». Здесь будет возможность дискотека 80-х и дискотека для совсем молодых. Мы планируем, что наш праздник будет до полуночи. Поэтому все будет для жителей. Мы бы хотели, чтобы настроение было отличным. Обещаю, что круглые сутки город будет освещен в течение всех праздников. И все безопасные места будут предоставлены для отдыха. Что бы еще я хотела побажати городянам? Я хочу пожелать им хорошего настроения. Ну и, конечно, как всегда в праздник, желают, чтобы в семье был мир, лад, согласие, чтобы все были живы и здоровы, ну и, конечно, материальных благ. Без этого сегодня очень непросто и праздник встречать. Галина Олександрівна, ми також вітаємо вас із наступаючими святами, бажаємо вам всього найкращого. Я дякую за те, що ви знайшли час і завітали до нас у студію. До побачення. Спасибо, до свидания.